Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня собираем теплицу Meatlider на брусье 100 на 150. Теплица 3 на 6 размер. Пока вот приехали, разложились, начали готовить брус. Параллельно готовятся торцы. Каркас мы поставили, закрепили его к основанию, все выровняли. Сейчас начнем крыть теплицу поликарбонатом. И затем уже у нас будут покрываться форточки с дверями, точнее двери с форточками. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Meatlider 3 на 6. Пойдем поглядим. Дверь с форточкой с каждой стороны. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 40. Покраска полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Все стоит на брусе, брус 100 на 150. Обработан антисептиком. Закреплен к земле с помощью якорей. Сверху у нас форточки на термоприводах. Вот они уже начали работать. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Также имеется резиновый торцевой уплотнитель и реклама обязательно. Вот такую отличную, очень надежную и прочную теплицу мы построили. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!